Приветствую, дорогие зрители, с вами Делир, мне котик, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем как боевые приключения в Майнкрафте. Я, кстати, только что убил очень опасного монстра, кстати, даже ни одного. И у меня появилась кошачья картошка, посмотри, это нормальное. Да, теперь у меня есть три картошечки, можем их взять, посадить. Так, нам еще нужно в ад вернуться, потому что мы в прошлой серии в аду наши дела не закончили. Просто я сейчас сюда прибежал и должен был тоже добить себе немножечко уровней. Блин, там башка вылезла. Злая долбанная башка. Так, кошак, быстрее домой спать. Быстрее домой спать. Сейчас немножко эвакуирую отсюда морковки. И можно будет насадить тебе картофана. Только, блин, не пережарь его опять весь. Так, заходи, заходи. Быстрее, 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 быстрее. Так, пошел отсюда. Пошел отсюда, пошел отсюда, пошел отсюда. Так, все, быстрее, быстрее спать, быстрее спать. Так, я тоже лег. Фух, блин, истерика-то какая. Ёжикинские ёжики. Так, все, я готов. Главное, не сожрать твою картошку. Так, все, отлично. Твоя жареная картошка довольно-таки дофига восстанавливает здоровье. Так, блинчик, они еще продолжают нападать. Так, в общем, отбиваемся от них, чтобы они больше не лезли на нос. Нифига себе, сколько вас здесь. Так, пацаны, не трогайте кошачий механизм, он очень опасен для зомби. Так, ушатали, ушатали, ушатали. Так, там еще один ушатали, все, отлично. Надо будет снова починить себе свой меч, потому что он уже немножко подломался. Хотя нормально, он у меня вообще вечно живущий. Так, надо где-то будет, наверное, один ряд зачистить морковки. Так, морковка, морковка, прости меня, морковка. Ну, здесь теперь будет жить кошачья картошка. Так, картошка, картошка, картошка. У меня где-то еще есть кости. Вот одна кость. Пум-пум-пум. Так, отлично. Я создал еще одну морковку, вернее, еще одну картошку. Так, где-то картофанище. Так, все. Теперь придем домой, и ты сможешь себе тоже выращивать. Или еще больше костей потратить. Кошка, есть кости? Нету костей. Получается, один я сражаюсь с этими скелетами, что ли? Нет, они мне просто не выпадают. Дюди-дюди-дюди. Ну, конечно, конечно. Так, дезактивировать кошачьи вертолеты, пока они не улетели. Безумная постройка вообще у тебя здесь. Так, смотрим, что нам нужно. Крипер! Нужно не забыть зачариться. Он, по идее, разрушать мир не должен. Я не помню, я выключил или нет. Сейчас попробую. Да, он не разрушает. Все нормально. Так, я быстрее, подводная база, телепортироваться. Все, я на подводной базе. Я телепортируюсь. Так, а мне только нужно будет сейчас свой меч зачаровать. Так, меч, давай-ка, где лутинг, лутинг, лутинг. Так, лутинг, второй могу только сделать. Блинчик, 25 уровней надо. У меня 26. Ладно, я тогда хотя бы на 16 его, давай, лутинг второй. Давай, энчантинг. Это не сильно, конечно, круто. Ладно, еще раз починю его. Его починка не сильно дорогая. Да, я сейчас тоже так, починю. Так, а на что я могу кирку еще дочарить себе? К примеру, немножечко фортуны. Сколько это мне будет стоить? Да хрена, 11. Немножечко неубиваемости, 9. Ну да, чарить больше не на что. Ну ладно, окей. Сколько у тебя уровня есть? 24 уже. Сколько? А сколько было? 26. Ну, ёженькинские, мне же как раз не хватало, чтобы мой меч зачарить. Ты же не говорил, так, подожди, тогда зачаруй свой меч на лутинг и на максимум того, что ты сможешь. Просто вот сколько можешь, столько его зачаровывай. Что за лутинг? Трусится. Я уже лутинг. Зачарованный. На лутинг? Прочность и гибель. Не-не-не, тебе нужно именно лутинг, лутинг. У тебя на русском языке игра, да? Да, на русском. А, блинчик. Тогда это то, что третье. Там идет первое, второе, третье, это лутинг. А, ну хорошо, сейчас. Как оно там у тебя называется по-русски вообще? А? Отдача. Не-не-не, третья, там не отдача, там должно быть добыча. Отдача. Добыча, кажется, на русском языке это называется. А, добыча есть, окей. Вот добычу вкачивай настолько, насколько сможешь. Насколько получилось? На двоечку, на троечку? Вообще не получилось, потому что у меня... На, попробуй ты, потому что у меня не получается. Да у меня аж уровней твоих нет. А, блин. Я забыла. Все, а какого все. Фига ты бегаешь железным мечом до сих пор? Серьезно, какого не фига? Не знаю, вообще? У меня вот не получается на добычу. А но сколько у тебя сейчас уровней? Столько и было, 24. Ну, хотя бы на двоечку добычи постарайся зачаровать. На двоечку, на двоечку. Сейчас. Двоечку. Там у тебя слева пишется, сколько тебе нужно. Так, ты такая долгая вообще кошка. Так, я покушаю все. Я себе покушаю. Наверное, надо себе еще тапочки переодеть. У меня уже почти мои тапки стерлись. Так, надо мне их бы немножко чернуть. Так, тапки, починил, шляпку. Хотя бы на что-нибудь, хоть немножко защиты. Так, ну хоть немножечко. Так, пум-пум, все отлично. Ты не забудь себе почаровать свои тапки, то есть починить. Положи их туда, и они у тебя, по идее, зачарованы. В общем, тебе их нужно просто R нажать, типа там. Да я все уже починила, да. Потому что ты их поломаешь, как ты обычно любишь ломать все крутые вещи. Потому что я до сих пор бомжом хожу. У меня ни штанов нету, ни шляпы нету. Кстати, погоди, у меня вроде для тебя шапка есть. А, нет, нету. К сожалению, к сожалению. У нас здесь вроде бы где-то должна быть какая-то печка.
Печка, вроде бы где-то вот в этом углу. Так, печки. Да, вот печка. А что она вообще развернута не в ту сторону? Так, а ну-ка, аккуратненько, печка. Так, развернули. Сейчас я в нее закину всякий мусор, а потом его можно будет использовать. Хотя, плечик, а не такой-то уж это и мусор на самом деле. Или ладно. Так, у меня тапки получше-то будут. Ладно, все-таки я пережгу все это нафиг. Так, вас пережгу. Курица! Так, я почти готов с твоей курицей пообщаться о чем-то таком хорошем. Только мне сначала нужно, блин, не смогу. Так, не убирай курицу, она должна нести яйца. Она должна нести яйца, ты ее хочешь уже видеть. На морковке. Да пусть сидит и высиживает яйца на морковке. Так, сейчас буквально пару секунд я пережгу всякие тапки. Может быть, мне этого хватит на то, чтобы сделать себе немножко брони. У тебя железо есть с собой? Нет, откуда вам уже печенье? У меня дома просто 40 железа, у себя есть алмазики, но я не хочу просто алмазы тратить. Или сделать себе грудак, блинчик. Я тебе хотя бы меч сделаю, ладно. Давай мне свой железный меч, я тебе сделаю хороший меч. А где ты? Я возле портала. Я зашел в домик, в котором у нас кровать. У тебя на карте я отображаюсь. Да, я все вижу. Ник там как бы мой видно сквозь на, стены. Держи. Так, раз, два. Сожгу твой меч, все, дай его сюда. Ну что, он у тебя зачаренный вообще? Unbreaking. Да ты вообще не чарила на то, что нужно. Оно не выходило. У тебя меч зачарованный на всякий мусор просто. Так, отлично. Вот сейчас вот иди, короче говоря, чаруй его на что-то полезное. Тебе нужно постараться зачаровать его на добычу. Иди, на добычу зачаровывай. Да, вроде бы добыча эта фигня называется. Добыча или удача, что-то такое, короче говоря. Пытайся. Так, я на правильной чаровальне стою? Ну вот эта вот чаровальня, она единственная правильная. Главное, не лезь в режим ванила. Там в ваниле ты не зачаруешь нифига нормально. Так, что мне нужно? Так, отдача. Здесь есть... Нифига оно не чаруется. Я потом вообще твою серию пересмотрю и скажу тебе, что ты бубайся на, блин, кошачья. Ну хоть на что-нибудь зачаруешь же просто, ну хоть на что-нибудь. Ну ты способная. Блинчик. Чертова фигня, она расходует слишком много моего угля. Получилось хоть на что-нибудь зачаровать? Нет, вообще ни на что. Ты просто перетягиваешь, насколько получается, а потом нажимаешь кнопочку. Е, блин, кошатина ты. Так, все, я почти закончил пережигаться. Ты там что-то делаешь такое свое странное вообще. Так, пережигайся, ты же можешь пережечься? Блин, он брейкинг. Аж прям жалко, он даже не пережигается нифига. К сожалению, кольчуга вообще реально не пережигается. Тогда кольчугу возьму, положу вот сюда. Ну что там? Так, сейчас вроде бы сейчас будет все нормально. Таки да, действительно, у кошки почему-то не хочет нормально зачаровываться. Это все мистер Носатый, скорее всего, виноват. Ладно, тогда подойди вот к этому столу зачарования стандартному, и в нем зачаруй уже на то, на что у тебя получится. На единичку, на двоечку, на троечку. Там по-любому сработает. Да, зачаровываться. Скорее всего, по мультиплееру стол зачарования у нас как-то багнулся. Или, возможно, вот этот вот дядька что-то здесь. Не знаю, ты что там чудил? Носатый. Если не ты, то я даже не знаю, кто виноват. Он за золото продает эмеральды, и я не знаю... Он как-то что-то удумал, все, убегать пытается от меня. Че ты убегаешь? Он что-то знает, кошка, он действительно что-то знает. Так, да. У меня есть два уровня, лутинг у меня хоть немножко прокачанный. Ладно, фиг с ним, я думаю, что можно идти. Так, кстати, погоди, я же здесь пережигал всякое. У меня... Да ну, отойди, господи. Так, все, пережег, заберу свое. У меня есть целых 30 этих вот фиговин. Из них я могу создать целых, блин, 3 блока. И что я могу из этого сделать? Мне даже на штаны не хватает на самом деле. Ладно, хорошо, наставлю здесь эти фиговины. Все, пошли, короче говоря, в ад. То мы и так здесь уже сидим. Куры яйца не несут. Или у тебя есть куриное яйцо? Нет. Спасибо. По заказу курица просто вот мастер вообще. Мастер волшебства и куриная попа. Так, у меня есть это яйцо. Ладно, я его с собой заберу. Еще у меня морковка, если лежит где-то рядышком. Так, все, я готов. Идем, возвращаемся в крепость. Так, я забегаю, сразу телепортируюсь на свою отметку, там, где остался. Если повезет, то носатые вот эти вот ребята где-то будут там рядышком. Так, а ну-ка, вейпоинт. Тут все, телепортироваться. Я могу, да? Да, конечно. Так, смотрим. Блинчик, они разошлись, по-моему. Как в небе корабли. Нет, нам вроде бы вообще в ту сторону. А куда же нам идти? Так, в ту сторону? Нет, или не в ту? Так, туда мы ходили, по идее. Там у нас должен был быть вход. Так что нам нужно куда-то вот сюда идти. Я, наверное, сделаю себе еще немножко факелов. У тебя есть с собой уголь? Да, не, факела есть. Ну ладно, у меня вроде бы немножко всего есть. Так, надо себе как-то отметить, что мы здесь вот отсюда пришли, в общем. Так, ты стой здесь, я пойду немножко на разведку. Так, пум-пум. По-моему, здесь нифига интересного не будет.
Хотя, кто его знает. Блин, столько развилок, столько всякой фигни. Здесь ничего, а вот здесь что-то, что-то... Вот этот парень. Ну, как хочешь, блинчик, так, ближе подходи. Так, лутинг, не подведи меня, лутинг, мне нужна его башка. И блинчик, угольство есть? Да, не выпало, нифига. Можешь печалька, так, ушатали этого. Этого трогать мы не будем. Я к тебе возвращаюсь, здесь тупик на самом деле. А я вот тут. Ну ладно, пошли, короче говоря. Жалко, я хотел, чтобы из него башка выпала, а башка не выпала. Но я надеюсь, что нам еще повезет. Из них как-то опыта не так-то уж и много падает на самом деле. И на самом деле очень-очень мало. Так, это мне тоже не нужно. Нам сейчас надо будет с тобой зайти, по идее, вот сюда. Здесь должно быть что-то крутое. Да. Так, стой. Нифига себе! Это ж вообще круто! Давай его пришпандорим. Ты посмотри, что у него на голове. Так, его убивать должен я. Стой. Окей, хорошо. Вот, не обижайся, но убивать его должен я, потому что вот этих вот черных ребят должен валить я, потому что у меня меч на лутинг. Так, а ну-ка, башка. Бошки не падают. О, блин, печалька. Вот этого хрена можешь убить сама. У него из башки что-то торчит такое странное. Палка какая-то. Палка-скакалка. Там что-то тоже происходит. Так, мне нужна отрегениться, у меня хп-хи вообще мало. Я ж без брони здесь бомжую. Боже мой. А что у нас здесь? Ёжики. Слушай, вообще в аду так страшно на самом деле. Так, тут нифига. Сколько у меня осталось моих пуколок? У меня есть пуколки. 29 штук. Ну, у меня пока есть еще. На потолке 56 лава. 56 у меня. Нифига себе. Вроде так, бы. Мы с тобой не ссоримся, сударь. Да-да-да, ты прав. Чё? А, смотри, подойди к этой вот фигне. Потрогай ее. Ой, это как? Круто. Да-да. Так, здесь, кстати, у нас эфритики бегают. Так, эфритик. Да, только не ломай их спавнилку. Пусть она будет. Возможно, нужно себе сделать отметку, что здесь есть эфриты. Так, я залезу сверху и напишу эфрити, чтобы помнить. Так, эфриты, отметка готова. Если что, я себе отметил, а ты можешь, в принципе, даже не записывать себе. Так, ладно, я думаю, что нам даже не нужно с ними сейчас сражаться. Я добыл себе одного домашнего эфрита. Хотя можно еще пытаться с ним убивать эфритов. Так, а ну, сдохни. Сдохни. Ёжики. Кто ж меня убил? Это я тебя убила. Кто же меня убил? Это я тебя убила. Кстати, баран двухцветный. Да я вижу, блин, что ты меня убила. А, так, сейчас понял. Подводная база. Спасибо тебе. Я тебе этого не забуду. Твоя рана здесь почему-то тусит. Так, мне к тебе идти или как? Да нет, я сейчас к тебе зайду, мне ж нужно войти в портал. Быстрее, потому что я сейчас базу. Умру. Да умирай, пофигу уже на тебя. Вредный ты кошак. Ладно, сейчас я телепортируюсь. Так, а ну-ка, ТП, мини-кошка. Все, здравствуйте. ТП, мини-кошка. Ты меня убила, блин, какой фига, блин, скажи мне. Вот нафига, написано, что здесь. Дилерон был убит мини-кошковной. Вот зачем? Зачем так делать? Не знаю. Вредный кошак. Может, ты меня пришмодали? Так, не хочу тебя убивать, я сегодня добрый вообще. Вообще добрый. Так, здесь у нас, кстати, эфриты тусят. Так, а ну пошли отсюда. Блинчик, это больно. Слушай, без брони вообще жестко на самом деле. Надо я было сейчас себе на сопротивление огню. Да не нужно меня убивать, блин. Я не тебе убиваю. Да, конечно. Так, я какую-то маленькую собачку. Кошка, я сейчас сгорю, сдохну нафиг. Все, я пошел. Блинчик, потушите меня. Давайте потушу. Беру. Не трогай, у меня полтора сердечка осталось. Мне попушинкать нужно. Так, если хочешь посражаться, посражайся себе там. Мне нужно реально себе какую-то броню сделать. В аду без брони это сильно жестко. Я тебе могу дать. А что у тебя есть? Твоя броня? Да нет, мне где-то что-то бы найти свое. Так, я туда не хочу. Так, нам уже пробегать. Бежим, короче, дальше. Круто. Бежим. Сколько у тебя хп? Да у тебя дофига хп. Не подходи к этим кусюнским фигням. Я специально подошел. Так, я освещаю, чтобы знать, что нам сюда или отсюда. У тебя есть что? Пистолет вот этот, который... Иди, пистолет, это винтовка. А, так, пофиг. А ну-ка смотрим. По-моему, здесь тупик. Да, реально, здесь тупик. Так, нужно возвращаться и где-то искать нам какой-то другой проход. И мы с тобой должны еще найти кучу всяких бородавок, накопать себе нужно песка душ, потому что у нас обсерватория будет незаконченная. Так, где мы были, где мы не были? Тут мы так, были. Смотрим. Ёжики. Блин, может замуровать их вообще нафиг? Не напрягают. Так, я, наверное, пойду вот сюда и посмотрим, где мы здесь не были. Там мы были, там мы были. Возможно, где-то здесь что-то мы не исследовали. Отметка наша тут. Так, туда мы ходили. Вот сюда мы не ходили, кстати, видишь? Вау, мы здесь с тобой не были. Так, здесь у нас комнатка, где есть ничего. Я похаваю. Мне нужно бы еще убрать зажигалку из рук, пока я никого не сжег.
Она вдруг мне понадобится когда-нибудь потом. Ты, кстати, я помню, сердечко спылесосила в прошлой или позапрошлой серии. Ну так оно уже во мне. Ну то есть ты его схавала, да? Да. Ну ты какая. Так, мне, возможно, придется зажигалку потратить на то, чтобы перезарядить мою пушку. Я тебе зажигалка... могу дать свою, на, держи. Да не, не нужно, не нужно, не нужно. Да, ну прекрати. У меня еще есть там сколько прочности на 16 выстрелов. Мне этого пока достаточно. Так, там ничего. Сундучок, кстати. Так можно я посмотреть. Один раз? Я посмотрю. Эй! Так, подожди, я посмотрю, а ты потом бородавки все заберешь. Будут. Бородавки я, наверное, заберу. Меч я тоже заберу. Нет, вот бородавки. Конявская броня. Да я понял. Так, это разломать. Так, ломайся. Ты пошла собирать их сразу же, да? Да. Так, хорошо. А, ну тогда пусть они все будут у тебя, чтобы просто у меня место не занималось. На тебе еще. А я пока в рюкзак поскладываю всякое такое, то, что переплавить потом нужно будет. Я не помню, можно ли конячью броню переплавлять, но вроде бы можно. Так, ты меня пугаешь. Стреляй в те поверхности, куда можно их таки прицепить. Да я понял, плоские поверхности. Угу. Так, нам бы. Нам бы. Я просто думаю, как бы нам здесь так ходить, чтобы не путаться. Так, мне песок на самом душ деле... ты говорил, надо. Так, сейчас. Вот я его забираю. Помечу себя. Да этот копать, уродовать здесь местность. Ну ладно. Я уже начал просто копать. Можно было по аду походить. Так, тогда ты выкапывай, а я заделаю все досками. Будет красота. Считай, что пришли, чужую красоту разломали, свою красоту навели. Так, тебе заодно будет проще выбираться. Пум-пум-пум-пум. Ну, как-то вот так вот, короче говоря. Строители. Ты киркой это делаешь, да? Да. Тебе что, нету лопаты, серьезно? Нету. А, у меня есть другая кирка, но я не хочу. Странные котики. Так, давай, довыкапывай себе. А у тебя есть лопата? Да, должна быть. А что ты молчишь? Я могу тебе одну дать. Я никогда сам не пользуюсь. Я про нее забываю, чаще мечом копаю, чем этой всей фигней. Так, там что-то сверху есть. Так, сиди внизу, я пошел на разведку. Так, ничего супер-мега интересного. Так, а ну-ка. Здесь у нас всякая фигня. Блин, с какой скоростью моя кирка копает. Это просто магическая сказочность. Я жду тебя внизу. Добыть. Да, я адского камня сандыбал себе. Так, смотрим, здесь нифига. Блин, я хочу и снизу походить, и сверху походить. Еще какая-то хурма здесь непонятная. Эй, ты уходишь, ты меня одну оставил. Здесь какие-то хурма непонятности. Так, здесь тупик. Мы расследовали. Что за хурма непонятностность? Так, а ну посмотрим, что это. Это какое-то облачко. Нифига себе, реально какое-то облако. Что? Тебе там страшно, я смотрю, сильно? Так, у меня осталось вот 6 выстрелов. Все свои 6 выстрелов я отгуляю. Сиди здесь, вдруг там опасно. Все, тупик. Окей. Тут нифига нету. Так, сейчас я только скормлю своему ружью зажигалку и пойдем себе дальше. Так, а ну-ка, ружо, зажигалка, где моя зажигалка? Вот моя зажигалка, все отлично, починил. Так, и я, наверное, себе сделаю еще вот так вот палочек. Что-то дохрена я наделал. Есть уголь? Нету. Теперь у меня нету. Держи палочку. Не нужна. Забирай себе. Слушай, откуда здесь листья падают? А, по идее, с этой вот фигни листья падают. Нифига себе. Так, ну пошли. Нам, по идее, это все нужно обойти и куда-то вот здесь вот чесать. Так, тут еще валяется немножко камушка, еще немножко камушка. Так, вау, там стой, сундук. Тихо. Так, стой здесь. Там справа есть сундук, только без меня его не открывай. Так, сейчас я вернусь. Или подожди, вначале тот откроем. Нужно открывать все по мере исследования территории. Блинчик. Так, а ну, тихо. Я должен в него заглянуть. Так, там нет ничего интересного. Ну да, следующий. О, еще один, смотри. Да забери же отсюда все. Ну подожди. Ну да, он так нечестно. Да все честно. Такий хлам дал мне, не знаю. Так, отлично. Так, освещаем. Да я алмазы все потырил, короче, я тебе правду скажу. Я нашел 4 алмаза. Нету. Что? Уверен. Я забрал 4 алмаза, посмотри. Покажи. Раз, два, три, 4. Опс. Блин! Забрал. Да что, я потом что полезное сделаю, не пальцем. Да я сам раздетый хожу, кошак. Я же никогда не жмотничаю так, чтобы себе, а тебе ничего. Я тебе вон и меч сделал, пытался тебя научить зачаровывать, только что-то ничего из этого не получалось. Так, погоди, здесь вроде бы мы сверху пришли. Так, а ну тихо. Мы здесь где-то с тобой что-то не исследовали. А, второй спуск мы не исследовали. Здесь нужно сделать себе отметку, типа там, тут два, что ли, типа такого. Так, тут два, чтобы потом сюда можно было вернуться и пойти в другую сторону. Ёжики. Здесь настолько большая территория неисследованная, здесь можно реально просто блудиться и заблуживаться. Воу. Парень пришел, парень. Мне нужен твой череп. Я его даже не увидела. Мне нужно нормально зачаровать свою мечину, потому что она как-то слабенько добывается.
там еще что-то есть. Так, ладно, пошли посмотрим. Так, свинка, осторожней. Осторожней, у меня опасное ружье. Могу случайно тебе в голову стрельнуть, и будет печалька потом. Тупик. Топи. Здесь нифига нету. Может, свинью тихонько зафигарим? Да не, не надо. Да никто не спалит. Ну давай. Давай, давай, фигарим его. Все? Да. Он даже не успел ничего сказать. Кстати, а мне... С него, кстати, выпало золотой самородок. А, дай мне, пожалуйста, палочку. Я тебе ее давал. Палочку. Вот палочка. Давай. Спасибо. Так, я из нее себе сделаю еще один факел. Ну, вернее, еще 4 факела. Мне свинья такая заботливая взяла и дала целый уголечек. Круто. Так, здесь мы все исследовали. Тогда сделаю себе какую-то отметочку. Так, бум, здесь мы были. А, там мы были. Здесь мы недалеко были. Так, стой, пожалуйста, вот здесь. Окей, или здесь тупик. Хорошо. Так, подожди, ты придешь ко мне потом? Да, я по идее к тебе вернусь, здесь тупик, да. Ты по идее. Нам возвращаться не нужно. Ну, по идее, я же возвращаюсь за тобой всегда. Только получается у нас не всегда. Блинчик. Так, давай в следующей серии туда пойдем. Тут как-то уже сильно затянуто. В общем, да, спасибо, хорошо, что вы смотрели. Ёжики. У меня что-то с глазами. Кошка, я стал, кажется, кем-то очень опасным. Я похож... И у кролика одно ухо осталось. Что за хрень? По-моему, я становлюсь каким-то эндерменом или... Короче, не знаю, с ним что-то не так. Ладно, в общем, большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также ставьте лайки. В общем, всем до скорых встреч. Ёжики. Что ж со мной? Мяу.